Итак, друзья, второй день барахолочки. Сегодня новый товарчик привез. Раз, два из новых. Три, четыре доминошки, пять. Вот стеклорезы новые. Вот это новое. Мундштук новый. Выкид духа. Так, дальше. Смотрите, какая опять поляна у меня. Охренеть, блядь. Просто охренеть. Дальше нож, зона. Карты, вилки новые, Киев, ручка, это все из новых доминошки, объективы, музыкальная шкатулка, дядя Ленин, так, что у нас дальше, что-то, а, пряжка, пряга вот, привет, приветствую, пряга, а, серебро где-то привез итальяна. Вот оно. Цепочка хорошая на 20 грамм. Ну, в общем, смотрите, ребята, какая полинуська. А, Шукшин и Есенин. А, и вот еще куча значков. Два коробочка. Ну, в общем, и настольные медали. Массовочка. Ребята, посмотрите, какой портсигар сегодня. Это вообще обалдеть. Новый. Но будет очень дорого. Именно нереальный. Вообще лежал. А, друзья, как вам? Обалдеть. Я думаю, сегодня он будет продан. Так, друзья, первая продажа. Часы молния. Продано. Ну что, братья и сестры, шалом православный, всех с праздником. Вот для чего нужен подстаканник серебряный, чтобы пить кофеек. Я сегодня лысый, хороший. Фух, ребятки, погодка сегодня вроде и хорошая, но давящая. Еще продал портсигар. Сегодня слабенько, две продажи, но как есть. Зато вчера ударный день был. Портсигар продал Germany, он без боковых этих, как они называются, креплений. Вот, пришлось уступить человеку, чтобы он купил, но зато сегодня три человека пришли, у них товарчик есть обалденный, есть серебряные часики Империя, буре поломанные, есть куча банкнот, монеты, ну, в общем, будем общаться. Значки, кстати, есть около 180 штук, плюс тяжелые. Сегодня я вымотанный, капец, просто сижу такой. Но знакомства появляются новые. Это хорошо.